Считается, что тюльпаны – символ счастья, любви и красоты. Вот только мужчины дарят их женщинам на 8 марта не потому, что видят какой-то сакральный смысл. Дело в том, что в 1914 году, когда 8 марта официально вошел в календарь праздников, мужчины решили сэкономить на подарках. Бюджетным вариантом были цветы, потому что тюльпаны, нарциссы и мимозы начинали как раз в марте цвести. С тех пор на 8 марта женщинам дарят тюльпаны. Цветы по-прежнему остаются самым популярным подарком на 8 марта. Правда, если раньше на тюльпанах действительно можно было сэкономить, сегодня про цены на них даже сочиняют мемы в интернете. Но в цветочных магазинах на символы счастья и любви установлена фиксированная стоимость. 100 рублей. Она так и держится всегда? Да, у нас как бы круглый год, зимой, летом одна стабильная цена. Помимо цветочных магазинов, к 8 марта начинают активизироваться и частные продавцы. Каждый год за несколько дней до праздника вдоль оживленных дорог стоят автомобили с тюльпанами. Здесь цену устанавливают сами частники. До праздника тюльпаны можно купить за 70 рублей. В сам праздник стоимость за штуку составит от 100 рублей и выше. Сейчас пока спрос небольшой. Сегодня в основном поздравляют коллег, кто-то именинницы. На самом деле у нас в основном приходят именинницы. Ну, для именинниц покупают букеты и большие. Вот, хотят кто-то себя порадовать заранее. Мужчины подходят, спрашивают, но в основном планируют все брать перед самым 8 марта. Одни частники вышли торговать первый раз, другие в цветочном деле уже несколько лет. Отмечают, что самый спрос именно 8 марта. Кстати, продавцы говорят, что многие люди целенаправленно игнорируют цветочные магазины и выбирают частников. Тут больше ассортимент, чем в цветочном магазине. И цветочный чаще всего бывает, верно, Голландия. А тут приморский. А вы сами выращиваете, получается? Нет, из теплиц берем. Во время съемок один из продавцов нам сказал, что ходит слух, будто на оптовых базах уже закончились все тюльпаны, поэтому цена на них низкой не будет. Однако другие продавцы тут же заверили, что такого быть не может, и в этом году наоборот, тюльпанов на базах больше, чем в прошлом. Мы решили узнать у прохожих мужчин, так ли нужны им тюльпаны для подарков, и что они собираются преподнести любимым женщинам. На 8 марта подарю 2 тюльпанчика и 1 розочку. Вот сейчас тюльпанчики взял, сейчас иду розочку искать. А на 8 марта, ну, я существую, так сказать, в педагогическом отряде, и мы для девочек устраиваем небольшое мероприятие. А какой секрет? Цветы. Какие? Красивые. Галстук. И трусы. Тюльпаны. Спасибо. В свою очередь у представительниц прекрасного пола мы спросили, что бы они хотели получить на свой праздник. Оказалось, что женщинам много не надо. Теплые, приятные слова. Ну и шоколадку какую-нибудь. Что-нибудь нужное. Ну хотя бы букетик цветочков, чтобы приятно было. Ничего уже не хочу. Ничего, кроме цветов. И все. Внимание близких. Я ничего не хочу получить. Чтоб внучек моих привезли, я буду счастлива. Пока продавцы тюльпанов ждут покупателей, школьники Владивостока уже начали поздравлять своих одноклассниц. Некоторые решили отойти от привычных цветов и открыток и подарить целое мероприятие. Пригласили девушек в кафе и заказали им ведущего с развлекательной программой. Вы получаете возможность сейчас встать и поздравить всех девочек. Правда, здорово? К слову, в этом году Международному женскому дню исполняется 103 года. Изначально он возник как день борьбы женщин за свои права. Сегодня в свой праздник, если слабый пол за что-то и борется, так это за внимание мужчин. А будут при этом тюльпаны или нет, большинству все равно. Ирина Мокрицова, Андрей Макаров, Александр Бартовщук. Новости на 8.